Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня не утренний, а обеденный обзор акций. Сейчас посмотрим, что там есть. Начнем с русского. Что-то мне лень, честно говоря, утром уже просыпаться и пилить эти видосы по акциям. Все равно одно и то же. Ничего нового. Ничего они не меняют в игре, по сути. Зуба намного веселей. Там весь фан. Так, чего у нас? Запускайся. Колесо фортуны. Настолка на русском сервере есть. Ну, уже неплохо. Так, Барт, ничего себе, нифига себе, посмотрите, какая настолка. Конечно, жалко, что они отсюда убрали Вольта. Хотя в краю поставили, тоже классный герой, для многих полезный будет. Но все-таки, ну, Вольт он донатный, и была хоть какая-то возможность на русском сервере словить. Для тех, у кого нет, у меня-то, конечно, есть. Мари уже запак. Ну, в общем, все как и говорилось, что оно все падает в цене бессмысленно. Вот осколки Вольта можно отсюда собрать. Ну, по сути, на русском сервере. Не хрен, чтобы даже брать. Окей, поехали на английский. Глянем, что там на английском. Интересного. Так, за нами героев. Трата гемов. Новый пак. Снежные паки уже начали продавать. Ничего себе. Так, 100 осколков барда. Ну, бард, видите, тоже уже за пак фактически. 1000 плюс 20. Че по лимитам? Мэри. У Мэри за сотку. Огник. Скины на героя. Эти все скины уже давно у меня есть. Так, Бинго. Островок таки не поменяли. Бинго интересного есть. Скин. Спасибо, короче. Тоже ничего интересного. Мистические блоссами. Да, ничего сегодня на английском тоже нет. О, поехали. Глянем, чекнем, что на немке. Немка, как обычно, должна радовать. Веселыми плюхами. Нифига себе, Николаус, так, охренеть, это что за плюхи, это типа дня замка владельца, я не знаю, но вот, Castle Crest Penance, вот и Данкен, Николаус, наверное, на Николая, скорее всего, на Николая плюхи дают нам, ну, на немке только такое есть, я на других серваках не видел пока что. Немчики. Красавчики, в общем. Ну, халявные плюхи, 10 львицы, в принципе. Какие интересные эмблемы, сейчас глянем, чекнем. Восьмые, ребят, восьмые эмблемы. Ну, я считаю, это вообще супер пак. Халявный. Так, еще какая-то акция. Вот здесь я показывал, это просто бомбический сервачок. Подарок неплохой они сделали. Так, а что по пирату у нас? Бум. Для бездоната это реально самый один из самых топовых на сегодня серваков. И интересно играть. Так. Пакеты. Только здесь я вижу, на других серваках не давали. Возможно, дадут. Так, это что у нас такое? Календарь. Ничего себе, до 25 числа.
посмотрим, что здесь нельзя посмотреть тогда. Дают. А, вот есть таги. Эссенции. Питомцы. Карма Стэн 4 на 13 скилл. Инди Кейн. 100 кинди дают, нифига себе. Ну, даже так. Зуберпульвер. Прока, кристаллы. Пакет. 8 эмблемы, по-моему, карты. 500 кристаллов. Ну, 500 самоцветов вроде. Блин, ну, Рудольф. Посмотрите, ну, я сейчас скажу вам так, что довольно-таки неплохо. 20 дней вот такой вот халявы. Я думаю, любой бы сервак от этого не отказался. Ну, к сожалению или к счастью, это есть только на немке. Как видите, и такие плюхи, и все, что хочешь. Вот реально. За 50, смотрите, 50 самоцветов еще раз дали. Еще даже на столочках вчерашнего дня есть. Нифига себе. Так. Еще соточка. Неплохо, неплохо. Сколько всего, я просто офигею. Реально, один из самых таких топовых серваков нету здесь. Так, Николаус, так. Я, наверное, места на все не хватит. Короче, куча-куча, ребят, куча плюх разных. Это, походу, две коробки нам дали. Мне уже некуда это все делать. Это пооткрываем, глянем, что за эмблема. Нет, ну, в принципе, смотрите, исцеление плюс, железка 8 тоже плюс. Что отсюда нам даст? 20 осколков, ну, тоже неплохо. Смотрим сундучки. 10 и 30 коробок чар, я считаю, это реально очень большой плюс. Это все, ребята, это все на халяву. Круто, о чем могу сказать. Немцы красавчики. Отдельный сервак, который живет реально своей жизнью. Ему не страшны никакие перемены. Такс. Продавать это все лишнее. Ну, видите, роза. Я никак не соберусь здесь покопить самоцветы, вытащить еще на этом аки этого огника собрать. Камешки, такие плюхи, такие плюхи. Сейчас нам, наверное, скинов надает, которые по сути нафиг не нужны. Ну, пока что не нужны. Так, первый день зашли, посмотрите, карта желтый слизняк, но на русском сервере такого нет. 100 самов. 100. 300. Вот реально, даже календарь, если взять, он здесь реально крутой. Надо как-то себя заставить 1010 здесь накопить. Попробовать что-то интересное вытащить. Такс. Окей. Сколько я не играю, куча плюх копится. Почти 666. Интересно, что у меня здесь по эмблемам делается. Ну, довольно-таки неплохо. Воодушки, исцеление, железки есть, пакт, раскол. Ремок нету. Ремок не хватает пока что. Ну, даже так, это все на халяву собрано. То есть, ну, из всякого доната просто сидишь,
и копишь ресурсы. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этой халявы, по поводу этого сервака. Но это реально один из топовых на сегодня серваков. Таня, отлично. И 100 самиков забрали. Все. Надеюсь, это будет на русском. Всем удачи. Всем пока.